Взрослые студенты, сотни оренбуржцев сегодня в центре занятости населения. Цель всероссийской ярмарки – объединить соискателей и работодателей из разных отраслей промышленности. Для участников это возможность пройти собеседование сразу в нескольких компаниях. Высшее образование, опыт рабочий. Есть возможность трудоустройства как в своем регионе, так и за его пределами. Например, Роман Сладков приехал из Саракташского района. В поисках работы уже месяц. Здесь сегодня ищет более подходящий для себя вариант. Я рад, что попал на ярмарку вакансий, так как здесь предоставляется обширный такой спектр занятости населения в целом. Что очень не может не радовать. В какой части области работы, это не имеет значения. Сам процесс интересен, сама суть работы. Здесь же можно пройти профосмотр или научиться правильно заполнять резюме. Студентам ближе познакомиться со своей профессией и попробовать себя на практике. По данным портала «Работа России», сейчас насчитывается порядка 2 миллионов вакансий. Из них каждое пятое – предложение в промышленности. Потребность у нас в кадрах есть, особенно в основном фрезеровщики, токаря. Молодых специалистов ждем, потому что их не хватает сейчас и по городу Оренбургу, насколько мы знаем, сколько предприятий уже их ищут, эти специальности необходимы, так сказать, для промышленных производств. На ярмарке со своими предложениями крупные банки, заводы и самозанятые. Планируется, что порядка 3000 соискателей смогут познакомиться с профессиями. Решили собрать на базе города Оренбурга и города Орска основную большую массу наших соискателей, наших студентов, учеников и школьников именно, и работодателей. В том числе для ребятам рассказать, на какую профессию нужно определяться, что можно посмотреть. Сейчас в области уровень безработицы составляет почти 1%. Это один из самых низких показателей за всю историю Оренбуржья. При этом число вакансий в службе занятости в 2 раза превышает количество безработных. Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства запланирован на 23 июня. Диана Кузимбаева, Игорь Бероев. Новости дня.